Всем привет, с вами SevPro, и сегодня покажу вам Dance Voluntary Addon для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, после установки данного аддона в нашем мире появляется несколько видов мебели. Вот первая вещь из этого мода, вот такой костерчик, рядом с которым мы можем сидеть и согреться. Вторая вещь — это забор, у которого есть один минус, мы сможем пройти через его текстуру и также обратно можем войти. Дальше мод добавляет домашний водопад, вот так он примерно будет выглядеть. И наверху двери у меня висят фонари, можно назвать их уличными фонарями. Но когда мы заходим в дом, мы видим очень-очень много новой мебели. Вот такой столик и табуреточка, на которой мы можем удобно сидеть. Это у нас корзина, это у нас компьютер, который не работает, к сожалению. Это у нас столик, это еще одна, так сказать, табуреточка, уже другой дизайн. И давайте я включу здесь вид от третьего лица. Выглядит все довольно прикольно и круто. Ну, мы идем дальше. Это у нас кресло из красной шерсти. Вот, тоже можем сидеть. И этот мод добавляет гаечный ключ, с помощью которого мы можем поворачивать вот это красное кресло туда и обратно. Дальше мод добавляет такую красную, точнее белую лампу, которая тоже не работает. И еще есть один такой шкафчик деревянный, но он тоже ничего не делает. И стеклянная банка. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.